Давай загляди, что нам привезли. Иди сюда, прыгай. Прыгай сюда, прыгай. Да? Что это такое? Что это за коробочка такая приехала к нам? Это какая-то печурочка. Сейчас мы ее откроем. О, вот это да. Это наш набор, который мы будем все это собирать. Так, пенопласт, который мы будем сжигать. Будет очень вкусно пахнуть, когда он будет гореть. Это инструкция. Какие-то запчасти. Какие-то запчасти. Опять какие-то запчасти. Сжигать. Сжигать. Какая-то запчасть. Какая-то коробка. Так, еще коробка. Одной рукой-то я ее не подниму уже, наверное. Сжигать. Вкусно будет пахнуть. Откуда у меня этот пристрастие к горенному пенопласту? Сам не знаю. Ну, так уж. И все. А это что такое? Лайза, это твоя подружка? Или подушка? Да, что-то как-то, как будто комплектация какая-то странная. Какая-то штука. Нет, не унимается никак. Так, ну по полу, кстати, знатно. О, сегодня кайфанул. Сколько она? Сколько она весит, интересно? Сами уголки, чтобы они друг на друга стояли, не проминались. Какой-то еще поднос. Какая-то коробка и еще какая-то штука. И еще какая-то штука. Блин, вот мне сегодня будет чем заняться, похоже. Ну да ладно. То, что я здесь выложил, я это все разобрал. Вот эти все запчасти, пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Мелочь, саморезы и вот еще. Вот всяческие запчасти. Надо сейчас это все делаю. Оп, вот так взять. Вот так сделать. И раз, и два, и три. Оп, и готово. Так, ручка для перевозки. Тут у нас вентиляция. Закрывается, открывается. Тут у нас в наборе шел еще подарочный набор. Ложечек. Полка. Полка, я так понимаю, она складывается. Так, угли только. Только угли, никакого дрова. Термостат. Можно смотреть, какая температура. Открывается. Здесь сосисочки, какие-нибудь колбаски. Хоп, захотел мангальчик. Мангальчик, захотел костер. Костер нельзя, только угли. Подкидывай дровишек, которые нельзя здесь подкидывать. Это что такое, я сам пока еще не знаю. И поднимающиеся угли. Самая фишка. Можно поднять. Ну, в принципе, все. Тут крючки для гаечных ключей специально. Ну, а вы, кстати, знали, что это не просто дырка, а ключ. Отвертки можно развесить. Да? Ты довольна? Она довольна. И папа тоже доволен. Ни бензин, ни спирт нельзя применять. И дрова нельзя, только уголь. Иначе не выдержат стенки. Хотите дрова жечь? Покупайте диски. Вот такие диски покупайте. И жгите тут толстый металл. Как сказано, надо смочить решетку маслицем. Смачиваем. Я вот только не уверен, на какой решетке это делать. На той или на этой. Кладем сосиски. Нет, сначала мы опустим это все дело. Зачем нам такой огонь большой? О-хо-хо, оно вообще вниз ушло. Раскварчало. Красота. Сок потек. Я думаю, надо сюда переложить. Сейчас пока весь ебучий, блядь, контейнер не испачкает, не успокоится с этими колбасами. Я говорю, тихо. Пипец, блин. Переложим их на верхний полку. О, капать не стало. Закроем, пусть они маленько потомятся. До свидания. До свидания, сосиски. Мы больше никогда не увидим. Так как у нас сковородки нет, мы не сковородку мажем маслом. А? А котлеты мажем маслом.
Оп. О, оно уже припеклось. Офигеть. Нет, с этой стороны тоже помашу. Томинация у нас. Малышки. Они уже поджарились. Маленько пролил я маслица. Безусловно. Котлеты маслом не испортишь. Скрывай. 250 градусов было. Сейчас надо... 200. О, как тепло. Блин, первый раз, конечно, жарю на ней. Я думаю, вот этот допекается, а этот жарится. Котлетки. Сейчас огурчик положим, хлебца, булочки. Кетчупчик, майонез. Лучок. Лучше, чем где. Еще пожарится. Пока открыто было на 60 градусов, температура упала. Да-да-да, мы уже кое-что поели. Ох, ну вот одной рукой, да, что поделать. Все, готовы, можно кушать. Три котлеты уже съели и две сосиски уже съели. Пойдем есть и эту. Ну, вот такой у меня обзорчик получился. На гриль. Найти его легко на маркетплейсах. По цене достойный. Да, точнее, доступный. Посмотрим, что будем с него в следующий раз готовить. Это совсем другая история. Всем пока. Папа плюс два.